На днях в нашем городе отмечался очередной юбилей – 40-летний. Именно 40 лет назад для детей Снежинска были открыты двери Центра дополнительного образования. С первого дня основания центра, отдавая частичку своей души, согревая теплом своего сердца, щедро делятся с детьми своими талантами и добротой мастера своего дела – педагоги дополнительного образования. В этот день именно они получали подарки, благодарственные письма и грамоты. Благодарственными письмами администрации города Снежинска за многолетний творческий труд, высокие результаты в обучении и развитии способностей учащихся награждается Гапченко Галина Михайловна, педагог дополнительного образования. Коротовский Анатолий Александрович. Почетные грамоты собрания депутатов города Снежинска за многолетний творческий труд, высокие результаты в обучении и развитии способностей учащихся награждаются. Курочкина Валентина Алексеевна, педагог дополнительного образования. Коротовских Людмила Васильевна, концертмейстер. Навыки, которые приобретают воспитанники центра, подчас помогают им выбрать профессию. Саша Барин, ученик судомодельного кружка, а теперь он капитан атомохода «Ленин». И сегодня Александр Николаевич Барин поздравляет весь коллектив с 40-летием. Все души поздравляю всех, кто хоть как-то был с его 40-летием. Мы, дети 60-х, 70-х годов, ходили сюда не по обязанности. Мы учились, чему не успевал учить школу. Но было здесь интересно. Мы мечтали здесь, казалось бы, о неизбыточном. А мечты все-таки сбываются. Большое спасибо тем взрослым, которые находили время возиться с нами. Спустя многие годы начинаешь понимать какой-то нелегкий труд. Удачи вам всем, с днем рождения и долгих лет жизни. Бывший судомоделист, а ныне капитан дальнего плавания Баринов. В юбилейный день со сцены звучало много хороших и добрых слов в адрес виновников торжества. Тех, кто делает наших детей сильными, смелыми и целеустремленными. Тебе, ты.